То, что мы будем делать для вас, понимая, что это нужно, прежде всего, для дела, нужно быть больше и лучше. Наше внимание, наши возможности нам это позволяют. Еще раз вас с праздником. Счастья вам больше. Семейного, личного счастья. Здоровья и больше улыбок в этом году. Поздравление генерального директора НТМК Сергея Носова было лаконичным и теплым в этот воскресный праздничный вечер, посвященный женскому дню. Сюда, в Центр культуры и искусств открытого акционерного общества НТМК, собралось много женщин, которых поздравляли дети, профессиональные артисты и руководители дворца. Ласковые и добрые слова услышали мамы. Слова благодарности сотрудницы, внесшие большой вклад в дело развития комбината. Награды достались и ровесницам Нижнетагильского металлургического. Всем в этот вечер хватило внимания, заботы, любви. Вот Сергей Константинович, он правильно сделал, в первую очередь посмотрел, что у нас атмосфера, и у нас, и магнитки, она везде, наверное, такая, но магнитки, правда, сейчас почище. Я думаю, вот с приходом Носова над Тагилом небо тоже будет почище, когда уберут Мартена и построим конвертора. Поздравления чередовались с концертными номерами. И непонятно, кто испытывал больший восторг, выступающие дети или сидящие в зале зрители. Таланты дворца ярким фейерверком блистали в первом отделении концерта. А во втором отделении для женщин металлургического комбината пел Ярослав Евдокимов, приглашенный в рамках юбилейной программы к 60-летию НТМК «Звезды российской эстрады». Зал очень тепло принимал певца, сыпавшего народными прибаутками. Супер-баритон. 5 раз лауреат песни года. Ярослав Евдокимов так завел зал, что не устоял даже Сергей Носов, приглашенный в общий круг. Праздник получился на славу, с подарками, куражом и весельем. А всем тагильчанкам Ярослав пожелал: живите и радуйтесь, люди добрые.